В сегодняшнем обзоре мы покажем сетевой перфоратор Makita HR2641. Это легкий трехрежимный перфоратор для ударного и безударного сверления бетона, кирпича и камня. Также подходит для безударного сверления дерева, металла, керамики и пластмассы. В комплектацию входят ограничительный упор, боковая рукоятка, инструкция по эксплуатации, кейс. Инструмент имеет двигатель, потребляемой мощностью 800 Вт, с электронной регулировкой числа оборотов. Скорость без нагрузки от 0 до 1100 оборотов в минуту. Число ударов от 0 до 4500 в минуту. Энергия удара 2,4 джоуля. Патрон рассчитан под хвостовик SDS+. Максимальный диаметр сверления по бетону 26 мм. Перфоратор имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также имеет функцию поворота зубила под нужным углом. Технология AVT снижает вибрацию, а следовательно нагрузку на руки пользователя. Имеет расцепляющую муфту для безопасности при заклинивании бура. Имеет эргономичную обрезиненную D-образную заднюю ручку, а также крючок для крепления на ремне. Скорость увеличивается при увеличении силы нажатия на курок. Курковый переключатель можно зафиксировать кнопкой фиксации для непрерывной работы. Инструмент имеет функцию реверса. Рычаг реверса расположен прямо над курковым переключателем. Перфоратор весит 3 кг 200 г. Произведен в Китае.